have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это компания Анапурна, уж не знаю. И да, сегодня мы с вами будем смотреть 12 минут. Армией для деспота будет заниматься кто-нибудь другой, а наше внимание приковано к этой игрушке. Я не уверен, что она займет 12 минут, хотя она так и называется. Кстати, Джеймс МакЭвой, но которого мы здесь не услышим, потому что я все поставил на русский язык. Вильям Дефо, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Прям тут у нас актеры-актеры, да, нам обещают? Или не поставил? Нет, погодите. Пардоньте, не поставил. Я просто зашел, и сразу же тут началась заставка, и я побоялся что-то пропустить, я сразу же вышел. Поэтому нет, я тут еще ничего не ставил, не переставлял. Давайте вместе посмотрим, какой тут будет язык, как это все будет выглядеть, и вообще, надеюсь, что все это не затянется. Но у нас стрелочка идет обратно, я так понимаю, что когда стрелочка дойдет до 12, закончатся титры, поэтому мы можем себе позволить это время поприсутствовать здесь. Это не так долго, заодно пообщаемся. Да? Вот. Ну, иначе бы, как вы узнали, где сегодня деспот и почему мы сегодня здесь? А вот так вот вы теперь знаете. Ну, смотрите, там все пройдено, поэтому я могу себе позволить... сделать другую посмотряшечку в субботу. Все-таки суббота это у нас время для вольных исследований, поэтому почему бы и нет. Эту игрушку мне советовали, да и рекомендации на нее тоже написаны очень хорошие, поэтому я не вижу никаких препятствий, которые стоят между этой игрой и нашим каналом. Луис. Хотя было написано, вместо стрелка закрывал, было написано «Лас». Давай, тинг! Пам! Continue options. Хорошо, тогда минуточку, ребят. Ну что ж, все настроили. Вуаля, все на русском, все full screen, все сделано как нужно. Почему продолжить? Это, кстати, очень странно. Тут нету новой игры, но есть продолжить. В смысле, продолжить с этого момента. Ладно, давайте нажмем. Ты кто? Я играю? Нет, я еще не... А, я играю. Нажмите, чтобы переместиться. Щелкните интерактивный объект, чтобы использовать его. Использовать, исследовать, рассмотреть, наверное. Картина. А делать есть... Правая кнопка выбрасывает в меню. То же самое делает и Escape. Это выглядит немножко необычно. А какие... Сейчас, тогда, секунду, ребят. Сделал капелюшечку погромче, но фишка в том, что нету расположения кнопок, нету настройки кнопок. То есть я могу управлять только вот так, только мышкой. Закрыто, закрыто, закрыто. Цветок, да, растение. В растении, наверное, будет у нас ключик, я так понимаю. Да, камушек. Это переместить мусор вверх, чтобы открыть инвентарь. Мусор. Курсор. Так, растение. Нет, инвентарь это, конечно... А. There we go. В камне у нас был сам ключ. Я понял, щелкните выбрать предмет, ключи от дома. Теперь можно им воспользоваться, чтобы попасть внутрь. Щелкните инвентарь, чтобы видеть его с другим предметом. Вот так. Соединение... Сведения о назначении клавиш управления... спасибо, что очень медленно, ладно. Я что-то думал, что под камнем будет ключ, а ключ был в самом камне. Hey, ну ладно. Эй, детка, я дома, люблю тебя. Супер, это офигенно. О, я выйду через минуту.
Минута еще не прошла, что-то так быстро вышло. А зачем мне ложка? А... О, не-не-не. Не слышал, как ты пришел. Это самый лучший вечер. Угадай, кто готовит десерт. Дай знать, когда будешь готов. Выглядит все немножечко интересно, скажем так. Раковина. Я такого геймплея уже давненько не видел. Ничего не происходит. Окно. Небо чистое, несколько туч, плотный фронтом приближается с востока, хотя они еще и далеко. Возможно, будет дождь. Я могу закрыть дверь? Аптечка. Да, блин. Аптечка. Снотворное, иди сюда. Если его можно взять... Это значит, его можно кому-то подсыпать. Унитаз. Если прочитать наоборот, получится затяну. Нормально. Ручка. Работает. Ладно. А, все-таки точек намечается. А, я могу свет выключить. Не ожидала бури сегодня. Свет нужно это... Электричество нужно экономить. Так, хорошо. Дверь. Ящик, цветок. Выключатель. А что такое выключатель? Странный, я же хотел сказать. Нужно починить, пока кто-то из нас там, да, не убился. Картина. Картина. Корзина. Картонка. Вентиляция. Смотри, как бы оттуда полиморф не вылез. Почему вот тут начинает такое время отсчитываться? Типа так, вентиляция. Не знаю, к чему. Так, хорошо, кровать. Это, наверное, спать. Нет! Мне эта музыка не понравилась сейчас. Очень не понравилась. Вставай. Цветок. И что? Не-не-не-не-не, я пошутил насчет кровати. Ящик. Ящик. Подарок. Далее. Детская одежда. Детская одежда? With my mother's name? С именем моей матери? Onesie with my mother's name. Комбинезон с именем моей матери. Я тебя понимаю, да, но... Ящик. Было какое-то ощущение, как будто кошка орёт. Но я такой сейчас снимаю наушник, а это в игре звук, у меня дома сейчас тихо. А ты была в этой одежде? Я что-то путаю. Так, обеденный стол. Декоративная свеча. Я могу ее забрать, а зачем она мне? Нет, поставь пока что. Картина. Я пока не пойму, в чем подвох. О, теперь кто-то решил полетать за окном. Холодильник. В смысле, полетать за окном у меня сейчас, в реальной жизни. Итак, у нас есть тарелочка. Тарелочка. Фотография. New Year's Eve, 8 years ago. Фотография. She was caught in a picture. I'll get it. Я открою. Так, кто-то звонит, я открою. А, может, не надо? I'm with the police. Я из полиции. Поверните спиной. Что? Я? Да, вы руки за спину. Идемте. Ну-ка, не дергайся. Эй, что вы... Сэр?
А теперь руки за спину. Полицейский. Не могу, запястье, не надо, просто... Очень похож на Хитмана, кстати, если че. Скажи ему, что это недоразумение. Но он явно не полицейский, посмотри на его перчатки. Арестован за то, что 8 лет назад... Заткнись, ты все прекрасно понимаешь. Теперь говори, где часы твоего отца. Наверное, что-то перепутали. Нет, дурочку играть не надо. Говори, где часы. Я не вру, не бейте нас. Скажи ему. Он тебе не поможет. Мы с тобой сейчас вдвоем все решим. Скажи, где часы, и каждый пойдет. Говорю, я ничего не знаю ни про какие часы. Ладно, посмотрим. Слушайте, я просто не понимаю. Не обязательно мне заковывать. Ладно, ладно, вы победили, только прекратите. Я все скажу. Так, а что сразу-то? Не делайте ему больно, пожалуйста. Часы в... Что за пара? Черт. Это было жестоко. Ладно, ладно, ты в порядке. Ты в порядке. Что? Что, черт побери, произошло? Забей на нее, надо часы найти. Да отстань! Не до тебя сейчас! Слышал, как ты пришел. Да-да-да-да-да. Нет, я просто... Как это возможно? Давай, быстро обыскивать, но часы надо найти. Кухонная тумба. О, кстати, нож. Уже пригодится, вынь да положь. Раковину. Кружку. Забери, пожалуйста. Так, забираем абсолютно все. Ложки, свечки. Ой, забыл позвонить хозяину квартиры по поводу выключателя. Позвонишь ему завтра? Да, позвоню, если ты еще жива останешься завтра. Так, садись. Жена. Сказать ей, что у вас ощущение, что вот та-та-та-та, рассказать про полицейского. Расспросить о прошлом, да, я думаю. Спросить, почему она солгала о своем прошлом. Спросить, как умер ее отец. Спросить о карманных часах. Карманных часах. Никогда не были, были карманные часы? Карманные часы? Нет, не припомню такого. Как умер твой отец? Hey, тем для разговора ты выбрал. Супер, да. У него случился сердечный приступ. Это было ужасно. Почему солгал о своем прошлом? Давайте сразу так. Солгал все это время? Что? О своем прошлом, о своем отце. Что? Я не знаю, о чем ты. Упомянуть об убийстве. Убийство, да. А как твоего отца убили? Чего? Мой отец умер от сердечного приступа. Не хочу об этом говорить. То, что не хочешь об этом говорить, как бы не особо сейчас касается. Быстро надо исследовать тут все. О, одежда. Телефон, кстати. А. 911. Это единственное, о чем я могу сейчас подумать. Служба спасения. Рассказать о полицейском. Полицейском. Мою квартиру кто-то ломится. Он вооружен. Он хочет меня убить и мою жену. Высылаем патруль. Прячься в безопасном месте. Хорошо, когда они будут на месте, он почти выбил дверь. Они приедут через 15 минут. 15 минут? Вы не можете ждать 15 минут. Сэр, полицейский постарается прибыть как можно скорее. Идите в безопасное место. Я запрусь в шкафу с ножом. Идите в задницу. Так, одежда. Одежда, 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 одежда. Хорошо. Я думаю... Закрой дверь, ты что делаешь? Прибахнутый, что ли?
Закрой дверь. Так, давайте тогда попробуем еще раз лечь спать. Я не пойму пока, что происходит. Это мы сейчас тратим наше время, которое мы могли бы... Это полицейский, открывайте, я открою. Так, не, чувак, стой. Нож. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Oh, полицейский. Ай. Ай. Блин. Это была неудачная идея. Хорошо, я понял. Jesus Christ. Шкаф. Звоню в полицию сразу же. Телефон. Телефон. Спасибо. В шкафу ты меня искать не будешь? Да хорош, не лезь ко мне в шкаф. Времени нету. Вообще, что ли, свали. Да. Служба спасения, расскажите полицейском. Somebody... Попробуем еще раз так. Хорошо, полицейских вызвали, таймер пошел. Нож, с ножом у нас не очень хорошо получилось управляться, но я его все равно заберу. Кто молодец и заплатил за свет? Ну, ты, видимо, молодец, но не в том месте молодец-холодец. А что с пироженками? Так, это я заберу. Это... Минуточку, каждый раз что-то... Нет, новая новогодняя фотка. Гром, да. Это мы тоже заберем. Начинаем экспериментировать. Если мы покажем ей фотку, что случится? Эй, взгляни сюда. Wow. Это было 8 лет назад. Такая молоденькая. Лучшая завязка разговора в моей жизни. Слова из тебя струились, как жалкий ручек. Нет, впечатление было обратное. Струились, как дорогой шелк. А что, если мы ее убьем? Ну, чисто по приколу. Если это сделаю, то навсегда останусь убийцей. Я это от тебя и прошу. Убей ее. Baby? Дорогая? Yes? Да. Sorry. Не жаль, мне очень жаль. Черт, мне так жаль. Я не. Не так жаль, дитя. Дитя? Типа, baby. Мертвое тело. Хорошо, она еще дергается, но это мертвое тело. Итак, книга. Я заберу. Ключи от дома. Я заберу. Все, свали от нее. Погоди, может, ее сфоткать можно? Нет, телефон... А, стоп, блин. Я выхожу с работы, прости, что снова опаздываю, я пообедал в перерыве. Это я раньше не читал, кстати. Я только что пришел на работу. Работа, это, конечно, плохо, но тебя даже не тошнит. Вот это сообщение, да. Я забыл ключи, знаю, сам дурак, может, сделаем запасную копию где-нибудь у входа. О, да. Класс, это я уже нашел. Что-нибудь пропало, мне кажется, квартира выглядит так же, как и раньше. Ладно, хорошо. Я могу дверь изнутри закрыть в шкафу? Могу. Сейчас должен прийти этот черт. Пойдет он в шкаф искать или нет? И что он сказал насчет навсегда останусь... А, теперь подождем. Now we wait. Да, насчет того, что он навсегда останется... Это полиция, открывайте. А тебе никто не откроет! Лошара. Ладно.
Там окоченевший труп человека, которого ты искал. Ну, брось, я знаю, что вы дома. Откройте. Откуда ты знаешь, что мы дома? Нет, чувак, я тебе не открою. Мэм? Блин, я нож взял? Да, да, взял. Ой, он окровавленный, хорошо. Блин, я книжку не посмотрел. Зачем? Жалюзи. Не подходи ко мне. Я... Лошара, ты же в перчатках. Какого фига тебя ударило-то переключателем? Эй! Ну ни один убийца не настолько туп, чтобы убить кого-то и прятаться в шкафу, правильно? Ну, кроме меня, конечно. А я могу убежать сейчас, кстати. Я могу убежать. Так, вы арестованы. Не двигаться. All right, easy. Да дай мне это. Да я ничего сделать сейчас уже не могу, когда меня находят. Ладно, и что теперь сделаешь? А что вы наделали? Да вы же ее убили. Тебя ждет тюрьма. Хотя, возможно, я смогу вам помочь. А жена обвиняется... обвинялась в убийстве собственного отца. У нее есть карманные часы, это улика. Скажите, где они? Может, я смогу все уладить? Спросить, зачем у тебя... Да, зачем? Зачем вообще эти часы? Потому что нужны, где они? Откуда знаете, что часы еще у нее? Еще ты решил, что часы... Да, ну вот. Они стоят непомерных денег. Если бы она их продала, мы бы знали. Мы бы. Где они? Я ничего не знаю. Ну конечно. Где они? Я, блин, на самом деле не знаю. Это логично, да. У меня вот терпение лопнет. Ну, он его задушит сейчас, да, понятно. Часы. Вызов полиции, кстати, нифига ни разу не помогает. Они не успевают приехать, потому что они приезжают через 15 минут. О, двигайся. Все равно тебя достанут. Понятно, что достанешь. Иди сюда. Так, погоди, цветок. Ящик. Подарок. Да отстань ты от меня, не трать мое время. Great. Okay. Что? Почему он здесь? Ты рылся в моем ящике? Да! Ты же знаешь, что меня бесит, когда ты роешься в моих ящике. Такой сюрприз испортил. И давай отсюда. Да, с именем. Так, выключатель не трогаем. Картина. А если еще раз включу, меня он не убьет, надеюсь? Да. Да, нормально, хорошо. Так, мне нужно... Стоп. Вентиляция. Чтобы открутить вентиляцию, мне нужен какой-то инструмент. Или подковырнуть. Хорошо, нет. Да, уйди. Попробуем ложкой. Ножом. Так, ложку и нож сюда, в студию. Ложку подними. Нож подними. Нож явно у нас тут играет несколько ролей. И, кстати, обеденный столик. Он не активируется. Зараза! Хорошо. Роемся в вентиляции. Я очень надеюсь... Ой, гром. Фигом, блин. Так. Да я понял, что ложка сама по себе не годится. Работает? Работает.
Нужно прибраться в шкафу, ага. Блин, неужели мне... Свечка! Свечка. Для того, чтобы посветить, быстренько чешем. Я думал, фонарик нам нужен. Тут есть свечки. Они же явно тоже не просто так. Возьми, пожалуйста, скорее. Спасибо, пожалуйста, скорее. Валим. Двигайся. Времени вообще мало. Вентиляция. Я просто не знаю, где еще можно было спрятать. Это такое очень хорошее, подходящее место. Свечка. Черт. Да, это помогло, это здесь работает, но это мне ничего не дало. Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. Да, да, да. Снотворное. Для чего может понадобиться снотворное? Для чего может понадобиться снотворное? Ну, кроме, естественно, прямого... Кстати, выключатель. Кроме по прямому назначению. Раковина. Набрать кружку воды. Где-то была кружка? Блин, она ж пила из чего-то, да? Кружка, точно. Так. Нормально, работает. Кружка с таблетками, раковина. Отлично. На. Here's this. Вот, держи. I'm not thirsty anymore. Я не хочу пить, но спасибо. Ты хочешь пить? Here's this. I'm not thirsty anymore, but thanks. Блин, она хотела пить раньше. Она пила, потом мыла кружку. Надо будет потом этим воспользоваться. Так, хорошо. Вторая свечка, дай сюда. Там уже шаги, да? Кухонная тумба. Нож. Я могу себя убить? Ха-ха, это интересно. Не может? А еще раз? Все-таки решится или нет? Да, решится! Oh, да, нужно каждый раз второй раз проверять и на жене, и на нем. Oh, черт. No. Так, вот она тут пьет. Нужно быстро снотворное, перед тем, как она... Я же не могу сделать это правильно. Давай, 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 быстренько, быстренько, закры... Выйди, мне нужно успеть снотворное взять. Свали, свали, свали отсюда, свали нафиг, не сейчас. Спросите, рассказать про полицейского. Полицейский, постучит в дверь. О чем ты? Попросите не открывать дверь. Вот, вот это. Полицейский хочет предъявить тебе обвинение в убийстве отца. Что? Отец умер от сердечного приступа, ты говоришь, как псих. Да-да-да, понятно. Не открывай дверь, по крайней мере. Давай вместе уйдем с квартиры. Просто уйдем от того, как он появится. Хорошая идея! Ну же! Так боишься моей стрельбы? Он собирается причинить нам вред. По крайней мере, случится не на пустой желудок. Ну, она вообще отбитая. Попросить не открывать дверь. Настоять! Я прошу тебя, просто, блин, пойдем вниз. 5 минут от силы. Нет, я не собираюсь спускаться. Блин, ты тупая! Не открывай дверь тогда. Прошу, не открывай. Да ладно, это может быть кто угодно. Чтобы настоять. Нет, серьезно, прошу, не открывай дверь. Это важно, блин. Это не смешно. Да вообще никто ни разу не смеется, отбитая дура. А к черту тебя. Аптечка. Быстрее шевелись. Снотворное. Валим в комнату. Кто-то придет сегодня? Она сейчас пить хочет. Надо сейчас кружку набрать и до того, как она это, и дать ей попить.
Я понятно, что я все при ней это делаю, ну как бы ладно. Ху, вообще ни разу не подозрительно. Ой, гром. На, убейся! Sure. Да, конечно. Дверь. А, закрыть. Одежда. Одежда. Спасибо. Телефон забрать. А, позвонить. Emergency services. Служба спасения. Спасение. Да-да-да. Скажи, расскажи полицейскам. Ладно, посмотрим, что будет теперь, когда он придет, а она уставшая. Я могу вообще уйти, пока он будет шариться в другой комнате, нет? Это, кстати, вариант. No, we wait. Полиция, открывайте, да-да-да. Подождать или уйти? Просто тут он меня находит. Но что будет, если... Но она же не мертвая, она уснула. Погодите, сейчас может быть другой результат. Есть кто дома? Hello? Полиция, выходите. Если что, я попробую сейчас вариант с тем, чтобы все-таки остаться дома, а потом все-таки попробую сбежать от него, пока он ходит в комнату и на кухню. Don't fucking move. What, да! What the fuck? Ладно, это не работает. Are you kidding me? Ладно, сейчас я еще раз напою снотворным. И посмотрим, что будет, если нас застукают в этом положении. Okay. Аптечка. Таблеточки. Валим. Так, быстренько накидываем ее. Она этого не замечает, уже хорошо. Кстати, ножом можно попробовать разрезать... Можно ножом поразрезать картины. В вентиляции мы поколупались. Там вроде как ничего нет, хотя мы ее даже осветили. Так. На, упейся и иди спать. Берем нож, пытаемся разрезать картины. Мне кажется, вот эта картина будет иметь какой-то смысл. В этот раз она не захотела. Что у разрежь, говорю? Квад, блин! Ну вот, она же... Или, погодите, в этот раз она заметила, что я насыпал снотворного. Так. Что еще можно сделать с ножом? Так, это не подходит, да? Кровать... О, кстати, мы можем поразрезать... Нет... Классно. Нет, 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 это не подходит, то не подходит. Что ж тогда подходит-то? Погодите, а я еще не пробовал...
Я еще не пробовал прятаться в шкафу, когда к нам придет этот перец. Она же меня не выдаст. Я был в комнате тогда. Давайте просто подождем, как будет. Последняя попытка. И потом уже глянем. Why are you in the closet? No, wait. Ты зачем ты в шкафу? Теперь подождем. Полиция, открывайте. Я открою. Да, конечно, ты откроешь. Главное, меня не выдавай. I'm with the police. Turn around, please. Вообще вот ни разу не с полицией. Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. Oh my. What is going on? Что происходит? Меня тут нет, все. Will you come help me? Well, who come help you? Кто же должен тебе помочь? Значит, тут есть кто-то еще. Блин, спалила меня курица! Я не знаю, что от меня. Это все ошибка. Скажи ему, это недоразумение. Да заткнись ты! Блин, надо было тогда не выходить. Слушайте, я просто не понимаю, не обязательно меня заковывать, мы можем поговорить. Совершать ошибку, это... Не можете так поступать. Так он не из полиции. Прошу, выслушайте. Ну да, шкаф, понятно. Блин, это было палевно. Прошу, просто уходите. Но это все же бесполезно, да, потому что он нас сейчас задушит. Так, я думаю, что нам нужно было ее вырубить. Она нас палит. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. Don't fucking move. О, я могу встать. Фига себе. Так. Возьми кружку. Набери воды. Единственный... Я сказал, что это будет последняя попытка. Мне нужна еще одна попытка. Я хочу посмотреть, что будет, если он найдет ее без сознания. Она тогда... Отстань! Она тогда меня не выдаст. Так, теперь она не попьет без моего разрешения. Сейчас мы быстренько возьмем снотворочку, свалим, закроем дверку, чтобы она нас не увидела. Зачем здоровым людям снотворное? Так, кружка с таблетками, хорошо. Главное, угостить ее сейчас правильной кружкой. Кружка с таблетками. Пей. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Супер. Это, похоже, единственное правильное решение. Убрать одну ложку и убрать свечки. Что может еще выдать, что нас тут живет двое? Блин, у нее же ключи есть, я могу запереть... Ой, замок, кстати. Почему я это раньше не заметил? Я почему-то раньше так удивлялся тому, что... Поговорим позже, да-да-да. Удивлялся тому, что он просто заходит, а у нас просто дверь на замок не закрыта. Тупые ребята. Так... Что ты делаешь, блин? Дверь. Хочу ли я в полицию звонить? Одежда. Телефон я возьму, на всякий случай. Жалюзи. Все, ждем, что произойдет в этом случае. Она спит, дверь закрыта, мы спрятались, нас никто не выдаст. Ложки я со стола поубирал, чтобы он не думал, что нас тут должно быть двое. Теперь ждем. Все, давайте. Полиция, открывайте, фиг тебе. Угу.
ты не, ты не пройдешь. Ну брось, ты нифига ты не знаешь, открой дверь. Сейчас он ручку подергает. У меня есть ордер. Фиг тебе, а не ордер. Ты его ни разу не показывал. Иди убейся об стенку. Откройте дверь, иначе выбью. Давай, давай, давай. Это будет прямое... О, блин, пофиг, он так преступник. Сами напросились. Чей-то ребенок у соседей заплакал. Есть кто дома? Такой, я знаю, что вы дома. Такой, а? Есть кто дома? Надо было все-таки вызвать полицию. Это полиция, выходите. Нифига, это не полиция. Тихо сидим. Просто как мышка сидим, блин. Что за... Каждый раз ты веселит чертов выключатель. Мэм. Мэм. Сейчас же тебя ничего не должно насторожить. Она просто спит, она не мертва. Просто пройди мимо. Нет, вот это вранье. Вот это сейчас вранье. В этом нету логики. Ты не должен меня сейчас спалить вообще никак. Сраные скрипты. Ничто не должно было тебя сейчас насторожить, ничто не должно было бы тебе сейчас подсказать, что я в шкафу. Сфиг ли ты туда полез? Что с ним случилось? Надо с ней поговорить. Есть старые часы, необычные. Знаете что-нибудь об этом? Я не знаю ничего о часах. I don't know anything about a watch. Sure, you don't. Ну, конечно. Where is it? Где они? Ай, блин, прекратите разговор, иди к черту. I'm done talking. Stop fucking around. Tell me where the watch. Говори, где часы. Прекратить разговор, иди к черту. I'm done talking. I'm running out of patience. Если терпение лопнет, да пусть лопается, иди к черту. I'm done talking. Last chance. Последний шанс. Be smart. Иди нафиг. I'm not talking to you. So be it. I'm out of patience. Но я считаю, что это сейчас было нечестно. Потому что ничто не должно было натолкнуть его на мысль, что в шкафу кто-то есть. На мой взгляд, вот прям... Там еще радио на окне есть. Надо бы, кстати, радио, может, потом глянуть. Ладно, в любом случае... На этом мы тогда будем заканчивать. Игрушка интересная. Нужно за короткое количество времени проработать все варианты, как это, что это. Опять же, проходить мы не будем. Это просто такая посмотрешка, мне ее рекомендовали. Выглядит очень интересно. Я пока еще не уверен до конца, буду ли я в это дальше играть. Посмотрим, как будет по времени. Но, пожалуй, могу вам порекомендовать глянуть на это. Я просто, как бы... Не знаю, мне пока нравится. Ладно, ребятушки, пока что на этом все. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.